Череда скандалов со взяточниками в мэрии Днепра. На этот раз на взятке погорела главный специалист одного из управлений горсовета. Эта женщина требовала от местного жителя 15,5 тысяч гривен. Давайте узнаем, за что. Встречу местному жителю чиновница назначила в центре города. Он должен был передать часть требуемой суммы 7 тысяч гривен. Здесь взяточницу и взяли сотрудники СБУ и областной прокуратуры. Жінка вимагала 15 500 гривень від місцевого мешканця за узаконення права власності на житло і присадибну ділянку. Как стало известно, задержанная Марина Карьян – главный специалист управления правового обеспечения горсовета. Она представляет интересы власти в судах и вовсе не отвечает за регистрацию права собственности на недвижимость. Местные активисты не исключают. Деньги требовала по указанию начальника и, скорее всего, не впервые. Можно допустить, что там был напрямую задействован начальник ее управления. То, что мы знаем, то есть минимум трое людей сообщали, что за подобные вопросы они решали вопрос за деньги. При этом, когда мы просили их написать заявление в силовые структуры, они отказывались, они боялись. Кстати, это не первый случай, когда чиновников Днепра ловят с поличным. Буквально в конце июня взяли под стражу начальника управления торговли и инспектора коммунального предприятия. По данным областной прокуратуры, за деньги они позволяли предпринимателям использовать объекты благоустройства не по назначению. Всего получили 110 тысяч гривен. При получении очередной суммы денег обоих задержали. Елена Миндалюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.